Всем привет, с вами я, Крикюм, и сегодня я вам хочу показать одну очень интересную пасхалку в Roblox Island. Для того, чтобы ее найти, вам надо подойти к вот этому вот ледяному шипу рядом с замком. Далее запрыгнуть на вот это вот, небольшой выступ. Аккуратненько пройтись, и здесь будет небольшой люк. А что вы делаете? Просто прыгайте и вуаля, вы попадаете в эту самую комнату. А тут есть вот такой вот снеговик, который, кажется, себя убил. А также вот такой вот шар. И этот шар, возможно, это как раз и есть тот шар, который можно получить там за 220 снежинок. Ну, он очень, кстати, прикольный, я вам скажу. Тут также имеются подарки и все. Эта секретка достаточно секретная, я не знаю. И если вы вдруг хотите меня поддержать, то можете подписаться. Это бесплатно, вы можете отписаться в любой момент. И да, думаю, на этом можно закончить это видео. Большое всем спасибо за просмотр, кто посмотрел это видео, да. Возможно, я раздам один молот, почему бы нет. Да, они камеру испортили полностью. Да, я раздам один молот, вы просто напишите коммент, я не знаю. Я не думаю, что молот является такой хорошим оружием сейчас, но все равно ладно. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Ах, вот это прекрасная музыка.